смотрим самые интересные фрагменты из этой встречи. Так был открыт счет героя матча Сергеем Абрамовым. Да, но если бы был другой Сергей Абрамович против Абрамова, тогда, наверное, Абрамову было бы посложнее. Но Абрамович и его партнер по сборной России в составе Тюмени отсутствовал. Радость екатеринбургских болельщиков. Понятно. На 9-й минуте Абрамов сыграл в стенку с Деминым. Все вроде бы просто, но как здорово было сделано на высокой скорости. И Абрамов, большой мастер, переиграл Сергея Логинова. 2-0. На 15-й минуте. Опять же, вот вроде потерял мяч Абрамов. Нет, вернул себе. Опять же, проходит стенка, и Абрамов расстреливает ворота Тюмени. Причем еще паузу сделал такую. Посмотрел, где Логинов находится. 3-0. После первого тайма хет-трик Абрамова. Ну а дальше второй тайм полностью остался за футболистами Тюмени. На 28-й минуте встречи делает хорошую передачу в свободную зону Антошкину Лео Гужел. И Антошкин расстреливает ворота Калмахевидзе в дальний угол. Мощный хлесткий удар. Счет становится 1-3. Затем взятие ворот, которые не засчитали. Но это счет на 42-й минуте. Максим Емельянов сделал счет 2-3.